1990 года, с января путейцем как поступил, до сих пор работаю, по сей день. Вначале путейцем, потом в 2000-х годах уже начал мастером дорожным работать. Сейчас в основном последние годы занимаюсь постройкой ЦПТ здесь, постройкой ЦПТ путей. Мы же путя никогда не строили, мы обслуживали путя, а здесь пришлось строить. Ну, быстро раз знали, что такое, конечно, и быстро привыкли к этому. Ремонты, да, делаем, но там по своему участку редко, когда там по мелочам тупики, может быть, строили, но такой, чтобы грандиозной стройки никогда не было. Главное с людьми работать, мне кажется, если люди понимают, все, работа пойдет.